Вот мы с Платошей в торговом центре зашли в туалет, в вашрум семейного типа. Есть такая кабинка. Давай, давай. Вот здесь есть умывальник, специальная комната, столик для пеленания. Для того, чтобы можно было с ребенком нормально сходить в туалет, а не ютиться в маленькой кабинке. Вот такой вот игровой столик есть, кресло, картина. Давай. Маленький умывальничек. А ну-ка, Платоша, давай ручки мыть. Платоше понравилось бумажное полотенце доставать. Низкий умывальник, что Платоша может, да, давай, доставать и мыть ручки сам. И даже есть вот такой вот низкий унитаз. И Платоша стоя смог туда пописать. И, да, и родительский унитаз. Давай. А это для инвалидов, для детей. Вот до чего техника дошла.